Привет всем! Утро начинается не с кофе. Утро начинается с катанов. Да? Вот у нас катаны заехали в медблок. Заехали они в ванную комнату у нас. Да, Рыжик говорит, меня совсем, говорит, уже все. Меня, говорит, переселили, говорит, наверх. Я, говорит, только здесь могу сейчас жить. Ну, не только здесь, да, еще в ванной можешь жить. Да. Переехали у нас сюда наши спинальники, часть катанов спинальников, у которых тяжелое положение с лапьями. Вот. Кому нужны постоянные обработки, вот буквально каждые пару-тройку часов. Потому что по-другому за ними никак не уследить. Вот, маркизика вы уже знаете. Остальных я даже не знаю, как их зовут, потому что ими занимается Галина. У меня аллергия на котанов. Но я вот героически. Кстати, на рыжика аллергии почему-то нет. У меня как-то избирательно. На этого есть, на этого нет. Вот. Ну, в общем, дом постепенно заполняется хвостами. Да. Да.